Палестинцы? Какие палестинцы? Нет такого понятия, нет такого названия. Вы знаете, откуда вообще взялось название Палестина? Римский император Адриан, подавив восстание Бар-Кохбы, решил ликвидировать в этой стране все следы еврейства и сменил название с Иудеи на Палестину от слова «филистимляне». Что было бы, если бы он не стал менять название? Вот Адриан просыпается, у него хорошее настроение, и он не меняет название, оставляет название Иудея, и всю историю она остается Иудеей. И сейчас мы бы сражались с иудейскими террористами. В обычной ситуации название страны происходит от народа, который в ней живет. Франки назвали свою страну Францией. Англы — Англией. Германские племена — Германией. И только в этой безумной ситуации римляне придумали название, переименовали страну, туда пришли арабы, и вуаля, они превратились в палестинцев. А если бы они назвали ее Диснейленд, что бы тогда было, представляете? Никакой вины. Мы ничего не должны миру.